Видно, начался период без горячей воды. В основной части города ее отключат сегодня, 4 июля. А вот на некоторых улицах новых микрорайонов неудобства жители почувствовали еще вчера. Как же видновчане справляются в это время, узнаем прямо сейчас. Набираем кастрюли и подогреваем. Вообще, насколько вот неудобства приносит этот период? Ну, как бы некомфортно, особенно когда детей мыть, когда в садик идем. Как бы не очень хорошо это. Приобрели такую накладку на систему, которая подогревает воду, бойлер, да. Вот. Ну, справляемся, не очень удобно, маленький напор, но помыть голову хватает. А, ну чайники, кастрюли, все. Крайне неудобно, 21 век, какой же забред отключения воды, можно было бы это решить. Ну, справляемся как-то. Как вы, тазики или какие-то нагревательные? Ну, воду греем на плите, да. У нас стоит бойлер, и мы замечательно справляемся. Все хорошо? Да как, справляюсь, на даче моюсь, вон, там вода есть. У нас колонка, поэтому мы... И не ощущаете? Не ощущаем, да. Горячая вода, а бойлер стоит. У меня есть водонагреватель, я не чувствую никакого отключения воды. Вот сегодня позвоню сыну, он придет, включит, и все будет у меня хорошо. Полноценно почувствовать благо цивилизации видновчане смогут через 14 дней. А пока справляются кто как может. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.